Всем привет! Меня часто спрашивают про мой споттер. Ну и решил я снять небольшое видео и рассказать, каким я пользуюсь и как он работает. Я имею в виду вот про этот. Итак, споттер и фирмы Tailwin итальянского происхождения. Платил я его в районе 700 евро. Тележка в комплект не входила, это самодельный инвентарь. Вот. В комплект входил только обратный молоток, пистолет и разные наконечники, ну и коробочка со расходниками. Итак, какие у него основные функции? Итак, вот его панель управления, все очень просто. Никаких заморочек нету. То есть тут показано, каким инструментом пользуешься. Это основной инструмент. Это можно докупить контактную сварку. Это еще что-то какая-то фигня. На этой шкале, каким материалом пользуешься. Змейки, всякие скобы и все такое. Болты приваривать, это односторонняя контактная сварка, это подогрев металла, это тоже что такое. Ну, здесь естественно идет толщина металла, выбирается здесь шкала времени, по умолчанию ставится в центре. Ну а если тебе меньше или больше надо, уже сам можешь регулировать. То есть все очень просто, все очень удобно. Аппарат этот на 380 вольт. И, естественно, проблем с ним как бы не было. Ну вот, пожалуй, все, что я могу рассказать об этом споттере. Мне он нравится. Но это самое главное. На сегодня все. С вами был Артур. Если вам эта информация помогла, то на здоровье. Пока!